Красноярске 7 апреля открываются сразу несколько выставок для любителей путешествий и активного отдыха. Традиционно в преддверии сезона отпусков ведущие туроператоры России и зарубежья в рамках международной выставки «Енисей» предложат гостям МВДЦ «Сибирь» самые интересные варианты поездок. Особенно для тех, кто свой отпуск планирует провести на территории России. Посетителям расскажут про путешествия по дикой природе Горного Алтая и Хакасии, отдыхи на Байкале и в Белокурихе и других уголках Сибири. В этом году впервые к нам приедут более 15 санаториев из Белоруссии и Киргизии со своими предложениями санаторно-оздоровительного отдыха. Ну, мы, конечно, не забыли про тех, кто любит отдыхать на пляже, тех, кто предпочитает отдых у моря. Конечно, им будет предложено направление, интересные варианты отдыха в Анапе, Крым, Сочи. Поклонники заморских курортов Вьетнама, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов тоже выберут тур по вкусу. Получить скидку в 10% на раннее бронирование и поучаствовать в розыгрыше путевки – все это можно будет сделать с 7 по 9 апреля на туристической выставке «Енисей». В эти же числа в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «Охота-рыбалка». Купить нож для охоты, удочки для рыбалки и даже лодку для путешествия по Енисею. В крытом павильоне выставят самую крутую технику – гидроциклы, вездеходы, аэролодки местного производства. Впервые на выставке пройдет краевой фестиваль охотничьих собак. Зрителям расскажут об особенностях таких пород, как лайки, гончие, спаниели, лабрадоры. Выставка «Охота-рыбалка» ждет гостей с 7 по 10 апреля включительно.